продолжение темы кремния. Еще одно из замечательных свойств того же самого камня. Довольно редко, но встречается кремень с голубоватыми или сиреневыми оттенками. Он тоже серый, но оттенок у него уже более-менее хорошо заметен. Он встречается еще реже, чем кремень с дырками. Но чем он интересен? Тем, кто занимается практиками по открытию третьего глаза, это просто великолепный помощник. В отличие от тех камней, которые хорошо влияют на шестую чакру, и которые принудительно дают энергии для работы третьего глаза, такие как тот же самый демартирит, кианиты, садолиты, лазурит, кремень не просто открывает, помогает открыть, он это делает очень мягко, ненавязчиво, то есть энергия очень мягкая. И за счет того, что это группа кварца, он дополнительно дает защиту. Это своего рода техника безопасности. Даже если вы видите какую-то незнакомые полевые структуры, еще что-то вот такого плана, вы не влезете в негатив, вы сможете получить информацию, но сам кремень вас защитит от негатива. В принципе, я же говорю, вещь довольно забавная, довольно интересная, работает очень мягко и настолько хорошо защищает, что я бы советовал всех, кто начинает с этим работать, начинать работать именно с вот таких вот голубых кремней. Слава Богу, на Украине они еще встречаются, их можно найти, и можно из них сделать какие-то рабочие предметы. Видите, что я показываю? То полировку, то шары, то какие-то вот изделия. То есть каждый предмет, каждый камень, форма камня имеет свое назначение и свою помощь в работе.